Здравствуйте! Сегодня культурно отправляемся на берега Нила. Во времена, когда люди поклонялись богам Осирису, Анубису, когда правили фараоны, и когда люди верили в бессмертие. Искусство бессмертия, древний Египет – это совместный проект Государственного музея имени Пушкина и музея-заповедника имени Арсеньева. И в это путешествие мы отправляемся с директором Пушкинского музея Елизаветой Лихачевой. Елизавета Станиславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Впервые здесь, на берегах Японского моря, такие потрясающие экспонаты, им всем тысячи лет, 80 экспонатов из собрания Пушкинского музея. Тяжело ли было отправить их сюда? Да, довольно тяжело. Ну, проблема в том, что либо поездом, либо самолетом. Конечно, мы переживали по поводу того, как перенесут все-таки 8 часов в воздухе минимум. Ну и плюс сейчас погода, сами понимаете, то есть перепады температур. Конечно, мы нервничали. А впервые эти египетские экспонаты отправляются так далеко? Так далеко впервые. Были и выставки из собрания Пушкинского музея в Советском Союзе, были выставки за пределами Советского Союза и России. Но так далеко, то есть за 6500 километров, они приехали первый раз. Несколько лет назад, еще до пандемии, при участии Курчатовского института музей провел несколько исследований мумий, хранящихся в фондах музея. Мы получили возможность, благодаря коллегам из Курчатовского, сделать полноценную компьютерную томографию мумий. То есть мы могли их изучить, не разматывая. То есть раньше единственный способ изучения мумий был – это их распленывание. Ну, соответственно, ты распленал мумию, ты утратил памятник. Так называемое появление новых неинвазивных методов исследования привело к большому выставочному проекту, который назывался тоже «Искусство бессмертия». В 2020 году он прошел в Пушкинском музее, пользовался огромным успехом. Ну, теперь я предлагаю пройти эти символические ворота и понять, что такое материальность бессмертия. Традиционно считается, что Древний Египет – это цивилизация, которая основана на смерти. Но это не так. Древний Египет – это удивительно жизнелюбивая цивилизация. Египтяне были первой большой культурой, в рамках которой сформулировано было понятие посмертной жизни. То есть, что человек после смерти станет живым. Ну, на самом деле, я полагаю, что это произошло из-за условий. Если вы закопаете любую органику в горячий песок, она мумифицируется, влага уйдет, и плоть перестанет гнить. Культ этот, в общем, пронизывает всю историю Египта, довольно длинную, то есть почти 4,5 тысячелетия. Это долго. Обычно я людям рассказываю, что представьте себе, что между нами и Клеопатрой прошло столько же времени, сколько между Клеопатрой и пирамидами Гизы. Чтобы вы понимали, насколько на самом деле длинная цивилизация. Что значило вообще вот этот процесс мумификации вообще для смысла? Обеспечение вечной жизни. Вообще история идеи Египта, она очень простая. Ты должен сохранить память о своей жизни для того, чтобы в вечности обрести ее, после воскрешения обрести ее снова. Египтяне верили, что душа после смерти теряет память, что душа покидает тело через глаза. Именно поэтому вот здесь вот в витрине лежат, видите, глаза инкрустировались и очень подробно писались всегда. И поэтому египетские маски даже древнего царства, они очень жизнеподобны. Потому что наличие глаз, оно сразу же лицо. И дальше очень подробно записывались на стенах гробниц, папирусов, которые в гробницах оставались, чем занимался человек при жизни, сколько у него было жен, детей, рабов, угодий, чем он любил увлекаться, любил ли он охоту, или любил ли он, там, не знаю, кулачные бои. То есть на выходе мы получаем самое подробное описание жителей Древнего Египта, которые они просто фиксируют на стенах своих гробниц. Причем гробницы царские строились с момента воцарения царя и до момента его кончины. Как только человек умирал, гробница строительства тут же заканчивалась. То есть был бесконечный процесс. Нельзя было подготовить гробницу заранее. Поэтому, например, Рамзеса II, да, который долго правил, долго жил, у него 125 комнат в гробнице. А у фараона Тутанхамона, который недолго правил, недолго жил, 104. Что успели, то сделали. То есть, проще говоря, египтянам так нравилось жить, что они очень хотели продолжить делать все то же самое после смерти. А скажите, а сохранились ли какие-то документы, которые рассказывают о секретах бальзамирования? Конечно, книги. Книги египетские. То есть здесь прямо вот технология описана? Да, это бинт, на котором изображена процесс мумификации. Но есть и папирусы, на которых очень подробно описывается, и составы бальзамические, и все остальное. А вот это вот мы видим те материалы, которые использовали при бальзамировании? Да, которые использовали при бальзамировании. Насколько они были доступны? Как со специями, как с любым такого рода материалом. Что-то стоило дорого, что-то стоило дешево. Многие люди довольно прилично тратили усилия для того, чтобы обеспечить себе посмертное бальзамирование. Кого-то просто закапывали в землю, если совсем денег не было. Но вот эта вот идея, что надо сохранить тело любыми путями, она, в общем, ушла и в христианство впоследствии.
потрясающий экспонат, совершенно фантастический по красоте. Это саркофаг, и по величию. Что вообще для египтян значил саркофаг? Саркофагов много, потому что мумия кладется сначала в первый саркофаг, потом во второй саркофаг. Это первый саркофаг. Вот если его открыть, там лежала мумия. Но он, в свою очередь, ложился в еще один саркофаг, потом еще один саркофаг, потом в каменный саркофаг. А внутренности раскладывались вот по таким сосудам, они называются канопы. В зависимости, какой орган лежит в каком сосуде, вы понимали по его крышке. А скажите, а что изображено вот на саркофаге? Что это за сцены? Это персонажи, я полагаю, которые сопровождают тело в загробном мире. Вы должны понимать, что даже цвет, который используется в саркофагах, имеет символическое значение. В египетской культуре существует такое понятие маат. Маат – это неизменность бытия. И вот, например, когда царский Египет падает и наступает первый междинастический период, это значит нарушен маат. Что-то произошло, что нарушает маат. И, соответственно, задача египтянина любого ни в коем случае не нарушить маат. И ему в этом помогают боги – соблюсти вот этот порядок жизненного устройства, жизненного уклада. И когда ты начинаешь оценивать египетскую культуру, исходя вот из этого простого постулата, ты начинаешь понимать, откуда канон, откуда появляется вот эта жесткая система изобразительности. А почему это происходит? Потому что Египет, в принципе, это место, где ничего не меняется. Много тысяч лет Нил несет свои воды с Снубийских гор в Средиземное море с юга на север. Каждый год он разливается в определенное время заливается. Каждый день солнце встает на востоке, заходит на западе. Там нет изменений климата, как у нас, например. И вот понятие маат может родиться только в такой ситуации, когда, в принципе, ничего не происходит и ничего не меняется. Египетская система, поскольку Египет действительно был очень богат, он был богат потому, что Египет был самой плодородной землей древности. Плодородный Нильский ил давал возможность собирать по два урожая в год. И боги Египта – это существа, которые поддерживают маат. Это и главная задача. И, собственно говоря, самый большой кошмар для египтянина – это разрыв ткани бытия, то есть разрушение маата. Ну вот, коли о богах заговорили, предлагаю отправиться в следующий зал. И вот здесь мы видим Осириса и других богов. Вообще, что значил Осирис для египтян? И каким образом он связан вообще с миром смертных? Осирис – это бог, который умер и воскрес. Согласно наиболее распространенной версии мифа, Осирис был убит своим братом Сетом. Сет разрубил его тело и разбросал его по всей территории Египта. И жена Осириса, Изида, собрала и положила его в саркофаг, после чего Осирис воскресает. Если мы говорим про идею, вот это по сути дела, Осирис – это первый бог, который умер и воскрес. Нельзя сказать, что Осирис – главный бог пантеона, скорее, самый известный. Египетские боги, они имеют достаточно жесткую, я бы так сказал, достаточно жесткую привязку к тому, за что они отвечают. И это вот часть маат. В этом смысле Сет, которого мы все воспринимаем как злым богом, но он же Осириса убил, на самом деле тоже часть маат. Египтяне очень хорошо понимали, что мир не только белый, он бывает и черным. И вот эта вот дихотомия мира, она в их достаточно развитой системе верований была достаточно серьезно отражена. Египтяне верили, что мир устроен максимально справедливо. И любой элемент этого мира продуман и придуман богами. Маат. Для них не было ничего страшного в том, чтобы вычислять в том числе и навозных жуков, чем, по сути, является скоробей, да, потому что они тоже часть этого мира. Ну а тот факт, что скоробеи скатывают идеальные шарики, это, конечно, производило впечатление на древних египтян, очевидно. Ну, мы начали наше путешествие с истории. С чего начался этот проект? Это ваша совместная работа с Курчатовским институтом. И что благодаря Курчатовскому институту и современным технологиям вы узнали? Мы узнали, что, значит, у нас было две мумии, вот, из взятых изображений. Вот они, видите, запеленутые, частично распеленутые. Вот они лежат в нескольких саркофагах, и мы запихнули их, извините за такое довольно грубое слово, большой томограф, для этого чего стало их полноценное сканирование. Вот, собственно говоря, мы привезли с собой результаты этого сканирования. Это ровно так же, как это показывалось в Пушкинском музее, с той только разницей, что у нас стекла были побольше. По той простой причине, что у нас потолки были выше. Значит, и вот есть любой желающий может посмотреть на то, что, собственно говоря, под бинтами, да, как это лежит.
И дальше, уже по методу, который в свое время разрабатывал академик Герасимов, ну, по современным каким, конечно, современным способам, были восстановлены лица. Мы вернули этих двух прекрасных девушек к жизни. И, собственно говоря, когда вы придете на выставку, вы сможете это лично просмотреть. Это были женщины? Да, это женские мумии. Как бы считается, что все жили очень мало в древности. Это мы сейчас долго живем. По-разному. Все было очень по-разному. Например, упомянутый уже Рамзес II, он прожил 95 лет. То есть довольно долго. Угу. Если говорить о исследовании современном, то, конечно, современные технологии дают для изучения, для египтологии даже, дают инструменты, которых наши коллеги там, и наши предшественники, о которых они могли только мечтать. В частности, вот посмотреть на мумию нераспеленутую, да, восстановить лицо мумии, вернуть ей имя, это, конечно, потрясающе. То, что раньше было совершенно невозможно. Что мы можем увидеть, что мы можем понять? Ну, помимо того, что египтяне, это просто потрясающе по красоте. Египтяне пользовались косметикой. Косметику египтян первоначально, как, я думаю, любой человек нормально понимает, носила вполне себе практические свойства. Угу. Что такое косметика? Косметика – это защита кожи от палящих лучей. Египтяне начали подводить глаза, чтобы не выгорало нижнее веко. Подводили глаза сурьмой, чтобы просто защитить нижнее веко от выгорания, потому что кожа грубеет, глаза начинают все время слезиться. У них не было оптики, не было возможности защищать очки, ну, делать стеклянные очки. У них были, ну, как бы, нечто напоминающее очки современные, да, для того, чтобы защищать глаза, потому что солнце, конечно, поверьте, я его несколько раз наблюдала, это правда тяжело. То есть без очков можно действительно получить поражение довольно серьезное, и, судя по всему, египтяне страдали поражениями глаз. Соответственно, косметика, которая первоначально была попыткой преодолеть климатические особенности места, в котором находился Египет, отсюда ароматические масла, многочисленные. Вообще, Древний Египет у нас будет в рамках нашего образовательного цикла к этой выставке, у нас будет лекция, посвященная ароматам Древнего Египта и косметике Древнего Египта, конечно. Это важнейшая часть древнеегипетской цивилизации. Египтяне были первыми, кто поставил это дело на поток. У них появились туалетные ложечки, все духи, они активно и много пользовались духами. Были довольно чистоплотны. Это вот карлик Бесс. Значит, видите, он, это флакон. Это украшение. И для египтян, конечно, эстетика, она была частью практики. То есть они красили лицо, использовали ароматические вещества, масла не только для того, чтобы достигнуть неких эстетических целей. Это была необходимость, учитывая климат, в котором они жили. Количество насекомых, жару страшную. Например, они брили головы, это действительно так, и они их брили по очень простой причине. Вы представляете, что в таком климате голову мыть? Проще побрить и сделать парик. Вот, например, скребки, зеркало. Для египтян, конечно, вот это была достаточно важная история. Великая была цивилизация. Ну вот если Междуречье осталось в Междуречье, и только последний этап развития там, Вавилонского царства каким-то образом оказал влияние на близлежащие цивилизации, то Египет влияет сразу... стал уже с эпохи Древнего Царства. И, ну, в общем, по сути, на сегодняшний день это древнейшая цивилизация из нам известных. Почему нам, живущим на Дальнем Востоке, на берегу Японского моря, как я люблю говорить, так важно вот увидеть, понять эту историю? Почему, ну, а почему это важно для людей, живущих, не знаю, в Денвере, в Штатах или в Японии? А что нас связывает? Цивилизация. Нас связывает цивилизация. Мы принадлежим той цивилизации, которую породил в том числе Древний Египет. Это европейская христианская цивилизация, основанная на античности. И любая страна, которая себя к этой цивилизации причисляет или пытается причислить, изучает Египет.